Reception nuggets is... Who's that out first? Get late. Ale słyszy drogo, za co, blek? Się nie opuszczą map. Za co rozstrzelił? Ty mnie jak chcesz takiej dumy, ma gdzieś hard. Proszę, daj mi jak sobie zabrać. A za czym ty wylek chcesz mnie? Co takiej plakuj zdjelał, skaż mi, пожалуйста. Что не понимаешь? Ты мне говоришь, снимай наручники. Я говорю, блядь, я же тебе что, какой-то домушник, блядь, великий. Как я, блядь, тебе их... Ты говоришь, я тебе ножиком помогу, блядь. Да как, блядь, когда они спят? Why so, блядь, я, блядь, мне кровь к пальчикам не подступал. Пальчик не имеет начала. Would you shut up for a bit? Ай, блядь, Казвик, дорогой, ты видел? Это карма называется, да? Его Миша, Миша зовут его, не? Миша Шумахер, блядь. Или Хер, просто чистый, блядь. Ай, блядь. Да ладно, Аллах, Аллах, велик лах, все видите, я им, блядь, глотки перегрызу, блядь. Come on, man, everyone is claiming a house, a base for him. So it's good loot. Is there anything nearby? Yes, there's a house maybe? Oh, it's a boss. Oh, it's a train. Truck. Passenger train. It's an accessible, I think.
back out over that hill. That's on this block site. Oh, there's a city. Radiation zone, maybe? I better not come close. Otherwise, I might get sick. What is this thing? Why are the stones floating? I think I might get harmed. Is this building accessible? No, I guess not. That's an anomaly. Just impact a great damage. There's another anomaly here. Now I know what causes this. Stones to float. Here the steps. Who can tell where the road goes? Where the day flows? Only time. But who can say? What's this thing? Okay, left, right. I'll go with right, maybe.
is this? It's this, let's say, desyncing as hell. Either the server or my internet. Otherwise, I could have a better luck with it. Okay. Still any spawning? Location selection of something. I'm pretty sure I'm out of the map. Прям, брат, я пытаюсь залезть в морозилку, мне халич. Вау. Там радиация. Там мусора вот эти писали. Я туда не хочу. Access the inventory. Want to restart it?
button.
Okay. I guess it's the end of the map. Проникновение на охраняемую территорию будет пресекаться всеми доступными средствами. Патрули имеют право стрелять без предупреждения. Граждане, зона смертельно опасна. Мы защищаем не зону от вас, а вас от open this door. Really? I think it's illegal to make a base on a military spell. Thank you.
всеми доступными средствами. Патрули имеют право стрелять без предупреждения. Граждане, зона смертельно опасна. Мы защищаем не зону от вас, а вас от зоны. Не подвергайте опасности своих жителей. Не пытайтесь проникнуть на охраняемую территорию. Докладывайте нам о всех и представляющие большую опасность для жизни и здоровья людей предметы. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни ваших близких ради сомнительной выгоды. Внимание! Вы находитесь возле охраняемого периметра зоны экологического бедствия. Незаконное пересечение периметра влечет за собой уголовную ответственность. Любая попытка проникновения на охраняемую территорию будет пресекаться всеми доступными средствами. Патрули имеют право стрелять без предупреждения. Граждане, зона смертельно опасна. Мы защищаем не зону от вас, а вас от зоны. Не подвергайте опасности своей жизни. Не пытайтесь проникнуть на охраняемую территорию. Докладывайте нам о всех известных вам случаях сталкерства. Только с вашей помощью мы сможем победить это уродливое явление. Не давайте возможности мародерам укрываться за вашими спинами. Они несут из зоны радиоактивные, слабо изученные и представляющие большую опасность для жизни и здоровья. Докладывайте нам о всех известных вам случаях сталкерства. Только с вашей помощью мы сможем победить это уродливое явление. Не давайте возможности мародерам укрываться за вашими спинами. Они несут из зоны радиоактивные, слабо изученные и представляющие большую опасность. Предметы экологического бедствия. Не подвергайте опасности свою жизнь. Вы находитесь возле охраняемого периметра зоны экологического бедствия. Не
is the game glitching? Let's see. Start the game and getting out of this cursed car. Car.
Иди я, да за что? Больно, я ж вам спинку чух. Слава Україні! Привіт! Алло! А... По... Гомі! Гомі, фан! Го-го-го! No, problem at all, thank you. Діду Яре! Діду Яре! Дід Яре! Там... американський шпигун. I'm not American. Hello, Magun. Hello, sir. Do you speak Russian? No, I'm sorry, I can't. Yes. One moment. Why it's hard to find loot there? Сейчас, подожди, я его, блядь, попытаюсь, короче, сейчас ему вразумить. Військові сказали, що шпигунів нужно бити, треба сидіти. Типа ж голова трещала. Man, check chat, please. Сейчас бегаешь. А, подожди. Хорошо знаешь английский язык? Среднему. Сейчас. Можешь ему жестами показать, что это... Ну, он выбрал не ту зону. Так, мен, thank you. One moment, man.
expensive, I guess. Ну, типа, ему реально тут сложно. Писано, что тебя я тут не буду пить. Well, I had enough of this map. I guess there's nothing so important on, like, stash or mysterious place, just like I found in Deer Isle. So it's a bit of a normal experience at all. Here was Ahmed Wafa. Hope you enjoyed this show.